тормози, 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 тормози. Чё? Братан, извиняйте. Ты куда едешь, а? До Ленина. Давай вместе доедем, брат. У тебя вот минута аренды сколько стоит самоката? 45 тенге. 45 тенге. До Ленина ехать 10 минут, 450 тенге, напополам по 225. Давай разобьем, доедем, брат. Тебе удобно, мне удобно. Давай. Да? Давай, братан. Только братан. Это, присянись, ладно? Все, все, все. А ты сам откуда вообще? Я чемпион-то же, брат. Милый, подожди. Да. В общем, я подумала и поняла. Ага. Без гондона лучше. Да? Блин, я тоже так считаю. Правда? Да. Ну все, давай, пока. Беги, пока есть. Митя, завтра у сына тусовки сердце. Придешь же? Да помню, конечно, приду. Ты что? С собой что взять? В смысле, что? Ну там ножницы, веревка, что. А, не, ничего не надо, просто как гость приходи. В смысле, а тусовка кто будет резать? А вот это, Ержан? Ты охренел, что ли? А? Мы с тобой с садика вместе, ты что, в одном горшке? Мы с тобой в школе, в универе. В универе ты у меня в комнате, в общаге живу. Ты что, ну, Ержан? У тебя роднее меня кто-то есть, что ли? Что за Ержан? Ержан или Ахметов? Ахметов, Ержан, я тебя сам с ним месяц назад познакомил. Ты охренел, что ты его уже знать не знаешь? Как не знаю, вот познакомился же. Хороший пацан, четкий, хороший. О, салам, пацаны, как дела? Помните Ержан Ахметов? Вчера его назначили акимом города. Да ну нафиг, серьезно что ли? Да, я же знаю, я его поздравил уже. Ах ты пи***. Да, подъезжайте, на Медикулова жду. Брат, извиняюсь, покушать хочется. Помогите, да, да, подъезжай, подъезжай. Ахмед, Ахмед большой. Хлеб возьмите. Я тебя подожду здесь, ты подъедь, да, отсюда тронемся. Вдвоем тронемся, да. Подожди. Что делаешь ты? Я лобовую протру, на хлеб 150 тенге дай, пожалуйста. Какой стой? Я тебя прошу, что ли, валяться будешь? 100 тенге хотя бы, может. Какой стой 50 тенге, 100 тенге? Дорого же, 100 тенге. Сам протру надо будет. Да, безработный ходит так, протирать жестко. Алло, да. Да, здесь за 150 тенге стекло протируют. Я сам могу протереть, прикинь, 150 тенге. Че, хлеб купил? Молодец. Әкесі мен баласы. Ильясик, Ильясик, балам. Давай, давай, тұр, тұр, вставай, вставай. Садик пойдет, вставай. Давай, тұр, 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 давай, давай, вставай, вставай. Ильяс, Ильяс, давай, тұр. В школу опоздаешь. Давай, вставай. Ильяс, ты, ёб твою мать, тұмбасы, унерге барасыма бармайсың ба? Ёб твою мать, тұмбасы. Блядь, ты доухать еще, мол. Ё-моё, бать, ты что не разбудил меня? Я же на работу опоздал. Ты вот садик проспал, школу проспал, университет проспал. Думаешь, на работу проснешься? Сайтанал. Какие-то отхана была. Вот смотри, ты на Мальдивах с женой отдыхаешь. Вот это я теннис играю в Нью-Йорке. Подожди, подожди. Это же Новак Джокович, первая ракетка. А хрен его, наверное, я не знаю. Это вот моему сыну Салки Сер делает. Подожди, это же Джей-Зи обрезает. Путать? Да, я не знаю, вдруг петь начнет. Вот здесь вот в футбол играем по пятницу. Офигеть, это же Месси же. Наверное, не знаю, мы здесь собираемся. Пару лямов платишь и играет с нами. Вон, прикинь, так. Блин, я извиняюсь, Саки, вы вообще кем работаете? Я же бизнесмен. Ну, не простой бизнесмен, не путай. Я казахский бизнесмен. Это как? Чисто на государственных тендерах двигает. Да, смотри, мой первый водитель это. Это же Джейсон Стэтхэм. Наверное. Включили, да? Понятые здесь. Оспанов, приводи этих наркоманов. Самолет мне. Что, долбоеб, у себя во дворе, что ли? Ай, я, все, извините. Оперативная съемка по делу распространения наркотических веществ. Лазарет у него брюки, да? Капец, у вас брюки красные на красном. Что, похуя, приколи, что ли? У меня просто жена это форма. Да похуй! Говори по существу! Что было? Что по существу было, ё-моё? Вон ваш сотрудник не в тему начал за мной гнаться. Он стоит, улыбается. Он догонял меня. Говори по существу. Что, как было? Что по существу, ё-моё? Гулял по парку, смотрю, пацан что-то в земле копошится, что вот так вот смотрит, короче. Я подошел, давай помогу тебе, что ты там потерял, типа. И начали искать. Так, в смысле, пацанчик? Братан, мы с тобой кенты, Ильяс, я ж тебя знаю уже. Че, знаешь, да, его? Не, братан, я обознался, оказывается, не знаю его. Конечно, он не знает меня, первый раз его вижу, ё-моё. Ладно, что в сумке? Что, личные вещи мои. Это следственный эксперимент, показывай, что да, там. Да, открывай.
А у вас ордер на обыск есть? Эй, ёбаный, брат, что, дохуя юрист, что ли? Показывай быстрее. Все. Так, опа-на. Понятые, видели, да, видели? Да, видели. Что это? Бля, закинули, братан. Эй, долбоёб, что, ютуб, жатва газмана? Лесма, статья, блядь, сроки, блядь. Попал ты, понимаешь? Этот, братан, давай договоримся, а? Только без камеры. В смысле договоримся? Камеру выключи. Твою мать, ты что мне бесплатный паспорт вакцинации предлагаешь? Идиот, нашел тебе, что предлагать нам? Да мне просто тетя работает в поликлинике, она вытаскивает. Ай, ой, долбоёб ты, Оспан, забирай их, все. Всем спасибо, на этом все заканчиваю. Малейку, Малмата, я Жанибек, вор великий, вор. Идиот ты, а не вор. Старый, вот говорят, морковка подорожала. Не знаю, я вот за 50 тенге купил килограмм. Ой, шеф, чего вы врете? Она минимум 500 тенге стоит. Я тебе отвечаю, туркестанская морковка. Не веришь? Вот, на, попробуй. А, шеф, это же пенопласт! Я ж тебе говорю, туркестанская морковка. Вон там еще это картошка по 30 тенге за килограмм. Только она из картона. А ласмба? Не знаю, лошади не жалуются. Мембар палам. Уф, жара, да? Страшно. Представляешь, я себе купальник купила? Всем показываю, никто намеков не понимает. Ну как не понимать? Давай поехали в Алакуль. Давай. Чисто вдвоем. Давай. Один номер на двоих снимем. Смело, Нурбек. А в одной кровати? Давай. Только тебе сразу скажу, Нурбек, у меня сейчас по деньгам чуть-чуть. Да, блин, раз такая жара, ну я сам заплачу. Да? Ну, наконец-то этот день настал. 2 года ждал. Кажется, курортный роман намечается. Еще я хочу сразу тебе сказать, я же с Рустамом как полгода уже рассталась. Ты же понимаешь? Ну, конечно, мы с тобой взрослые люди, но что ты? Ну, там минимум как 3-4 часа, наверное. 3-4 часа? Она что, за марафониста держит меня? Это же мой годовой стандарт. Не, ну не скажу же нет. Ладно, что, продержусь. А что там продержаться там? По пляжу походишь, может быть, с девушкой познакомишься. В смысле? Ну ты же не будешь с нами же. Ты как дурочка в пушке бьёшь. Когда нет, это значит да. Арчи, бро. Ты же на вокал сейчас ходишь? Ну? Можешь вот эту свою любимую песню спеть? Да нет, завязок, гони что ли, не буду я петь, братан. Холодными ветрами между строк мы теряем контроль. Брат, будешь кушать? Не, я дома поел. А с чем там? Давай, что, может довезти тебя, я просто по пути? Да нет, а что ты меня будешь сейчас довозить, там что-то бензин на меня тратить, там же не по пути же все-таки. У тебя, кстати, этот притягивается или нет, а? Бро, может, тикток снимем? Ты что завязывай тикток для педика? Ну, не знаю. Че, может это, ну, назад пересядем, а? Ты че, охренел? Ты че думаешь, что ты приехал мне тут на крутой машине, я к тебе буду назад пересаживаться? Слушай, мне развыпендривался мне здесь? Да я таких, как ты, знаешь, каких видела. Ой. Кстати, у тебя сиденье окончательно передвигается или можно еще? Моя родная Лейла Лу, неземная Лейла Лу. Сынок, руки убери, это гостям все. Потом поешь. О, мам, гости идут, наконец-то, покусаем. Пусть сперва сяду, потом поешь, сяду. Ну, мам, когда уже? Сейчас, когда танцевать начнут, там в перерыве поешь быстренько. Че, Митя, халай жахдай, как в Турции? Ой, нормально, только недавно прилетел же. Капец, прилетел, конечно. Самолет битком. Полный. Прилетел, ладно, выхожу, таксистов нет. На автобусе? Битком. Полный автобус. Приехал, ладно, потом в Арасан. Тоже капец народу. Полный. Давай, короче, тогда в 5 часов в клуб все уходим, так. До утра побухаем. Давай. Конечно, народ там до хрена, но заранее если забить, нормально будет. А утром там решим что-нибудь еще поделать. Че, может, тогда завтра в кино сходим? Кино? Ты что, дурак что ли? Сейчас же коронавирус, пандемия же. Кинотеатры нельзя, там заразиться можно. Как это? Везде можно, в кинотеатр нельзя, что ли? Вот так вот, брат, отсюда. Ой, оттуда сверху уже прибыл. Вообще в последнее время они жестко над нами прикалываются наверху. Можем на барахолку, там тоже по-своему кино. А, давай на барахолку. Давай на барахолку, да. Народу или надо? Этот можно. Эту к телу.